Твой друг, что ли, ты так о нем говоришь, бля? Да, то есть переехать пацан. Собчак по факту, ну, нереально. Ну, это все обсуждают, и у нее всегда есть помощник. Когда мы сидели, обсуждали с ней одну тему, я еще понял это тогда, про Турцию, когда она начала про Майк спрашивать, я говорю, играли, не помню с кем, по-моему, мы выиграли. И она через секунду мне говорит счет, и с кем мы играли. Я такой, Ксюша, откуда у меня пропало? Да, когда ты говоришь 2-1, она такая, типа, блядь, как будто я смотрел. Это все у нее на контроле, и она сразу говорит, как ты можешь человека что-то аргументировать, или как ты, даже про футбол, я думал уже о том, что, ну ладно, Ксю, сейчас ты мне поешь, я тебе про футбол чем-то. А тут не бряда. Она мне 0-0 говорит, 2-0, она сразу все считает, я понял уже, шансов нету. Конечно, поэтому я с ним не хочу разговаривать. Нет,